Ну что, друзья, всем привет, всем доброе утро. С самого утра нахожусь в теплице, потому что сейчас утром можно что-то поделать в теплице. Но уже я чувствую, что мне уже становится жарко, а мне нужно срочняк подвязать наши огурцы. Смотрите, какие они уже длинные. Вот, у нас, кстати, ночью такой дождь был, такая гроза, такая молния сверкала. Полиночка бедная испугалась. У нас просто было открыто окно, и мы с Настюшей спим, а это было где-то примерно в 3. Мы проснулись, и так кайфово было, знаете, так лежать, слушать этот дождь, грозу, молнию. Потом несколько раз как бахнуло. Полиночка как подскочила, бедная. Стала закрывать окно, говорит: пап, мам, просыпайтесь, мы забыли закрыть окно. Я говорю: Поля, все в порядке. Мы слушаем с мамой дождик. Она успокоилась и пошла обратно спать. Опа. Как-то придумал, чтобы чтобы подвязать наши огурцы. Систему хитрую придумал. Опа. Фу, а в теплице уже становится жаркой. Нужно срочно все это делать. Смотрите, как я подвязал огурцы. И вот он будет плестись до самой крыши. 1, 2, 3, 4, а эти еще маленькие, подождем чуть-чуть. Так, я буду готовить сегодня завтрак по рецепту Кирилла сестры. То, что она готовила. Яйца. Буду омлет с трюфелями. Буду готовить сейчас. Ну, хотя бы получилось бы что-нибудь похожее, как у нее. Сейчас попробую. Вот у Кирюши с утра заказал, говорит, я хочу завтрак, как у сестры. Окей, сейчас сделаем что-нибудь. В общем, ну, вроде получается. Сейчас я доведу до готовности. Здесь просто омлет с молочком. Все как обычно. И в конце, под конец, я добавила буквально капельку вот такой вот пасты. Черный трюфель. Сейчас доведу до ума и можно кушать. Настюша приготовила мне. Можно было, в принципе, наверное, побольше его положить. Не, нормально. Так... У Маргариты было то же самое. В принципе, до первого раза достаточно. Спасибо. В следующий раз, если что, побольше положу. Показать, чем я занимался с вами целое утро. Я не хотел вас грузить, но я вот сделал эту часть бани. Полностью обшил. Здесь уже сделал уголочек. Вот здесь вот так вот идет, там я не знаю, там ничего не видно. Тот кусочек я его доделывать не буду. А если время будет, знаете, как делать будет нечего, то возьму его и сделаю. А так вот стоим, ничего не видно. Здесь вот я вот так вот все повырезал, каждый квадратик. Здесь у меня еще пойдут уголочки. Вот, что еще. А вот здесь вот сделал выключатель, все здесь выпиливал. Короче, все здесь функционирует. Вот сейчас нужно пошли собирать клубнику, потому что мы сейчас скоро поедем домой. Надо клубничку собрать, отвезти Монечке и нам домой собрать ее. Клубнику, кстати, птицы жрут очень сильно, поэтому нужно всю красную собирать. И потом эту зимой нужно, ой, осенью надо будет эту клубнику полностью выкорчевывать, потому что она уже мелкая, она уже нормальные плоды не дает. Так, мы собрались, поедем домой, встречаемся с вами дома, в городе, точнее. Фу, что-то парит. Значит, здесь будет дождь. Настюша пошла отнести пиончики. Мы, кстати, уже приехали. Сейчас она вернется, и мы поедем к теще. К теще мы едем. Помните, мы купили кокон?
И в этом коконе была подушка, сидушка. А в этой сидушке-подушке была молния. Эта молния порвалась через час. И поэтому... Поля потише сделали и подумали, что нет смысла нести там по гарантии, разбираться с этой молнией, почему она порвалась. Мы отнесем к теще, она ее зашьет, прошьет и будет все. Вот видите, здесь была молния, она есть, но она порвалась. Короче, мы сейчас находимся в машине, мы были дома, да? Дома находиться, честно, невозможно. Очень душно, очень дурно, 29 градусов дома. На даче было намного легче. Высокая влажность. И да, короче, ты в зал, ты говорил, что ты в зале был? Нет. Он был в зале, а я где-то час, может быть, даже больше разбирала. Нам пришла опять поставка большая духов, пока мы были на даче. Сейчас получили и разбирала. Я не могу, мне казалось, я не могу сосредоточиться, я вся мокрая, мне казалось, я ничего не соображаю, дети подходят, что там еще что-то говорят, я говорю, дети, пожалуйста, просто не говорите со мной, 15 минут не говорите со мной, я не могу, кипит все, и заказов еще было очень много, но в такую жару, а бедные люди, которые работают, не дай бог там кондиционеров, да, нет, они задумались, потому что я помню, я когда работала на складе, и очень такое тоже лето было, сквозняк не сделать никак, ну как-то так получилось, сидишь у этого окна, спасал чуть-чуть вентилятор, ты вот сидишь, и он вот здесь. А, кстати, у нас есть вентилятор. Да, его надо принести хотя бы на кухню поставить, в том году мы справлялись хотя бы кофе сделать с вентилятором, потому что иначе все сразу спина мокрая. Но вроде бы жара скоро отступит, и будет нормальное лето, 20 градусов. В промо приехали. Нужно купить сиропы. Парочку сиропов для кофе. Открылись. Заходим. Смотрите, сколько здесь сиропов. Обалдеть. Короче, они сейчас здесь и по акции. Смотрите, такая вот бутылка. Нет, давай карамельную не будем. Карамельную стоит 3,99. Но они все почти 3,99. И здесь 0,7. Но мы с Настюшей не хотим. А, давай возьмем. Блин, такой такой большой. Большой, да. Мы хотели с ним маленький, а маленьких здесь нет маленьких. Только небольшие. А маленький сок это 250? Ну да, наверное. Ну, выгодно взять этот. И пускай он стоит. Короче, мы с Настюшей подумали, что мы сейчас возьмем кокос. Друзья, всем привет, всем добрый вечер. Мы поменяли транспорт. Мы купили в магазине все, что нам нужно. Приехали в гараж, я Настюшку закинул домой, а мы с Максимкой поехали в гараж, приготовили велики, накачали колеса и решили сегодня прокатиться на велосипедах. Вон там вот Настюшка, Полинка. Всем чао. Всем чао. Настя в телефоне, Инстаграм сейчас у нее полный, а Настя на велике, представляете, все, новые сторисы. Да, Зай? Да. Да, да. Короче, как-то вот так вот. Едем, наслаждаемся. Это вот, да, папа. Максимку, по идее, тоже можно было кинуть на велосипед. Папа. На свой велосипед, чтобы он сам поехал. Но я думаю, что он еще не выдержит такую, ну, долгий путь. И поэтому я его посадил на такое вот кресло. Ну как, Максимка, удобно тебе? Да. Ну, конечно. Где я пой? Поехали мы в такое место, где мало людей и мало машин. Чтобы с кайфом прокатиться. Нет, тесно. Видите? Ну нет. Впереди машин нет, сзади тоже нету. Только три велосипеда. О! Я поеду.